потом вот познакомился вот с этими людьми, тоже благочестивыми, вот в деревне в Алтайском крае. Живут. Особенно староста, вот, который один из начинателей этой деревни. А еще удивительно, чем деревня. Официально на карте России они добились, чтобы появился населенный пункт. Вот. Это вообще уникальный случай. Чтобы новый населенный пункт в России современный появился. Добились, чтобы у них учителям зарплату государство платило, государственная школа. Их хотели закрыть, эту школу. Они судились с этими людьми, которые хотели закрыть. Отсудились. Вот. У них до сих пор вот школа.